Друзья, всем привет! Недавно побывал на металлоприемке и наткнулся там на несколько таких ярких экземпляров в виде баллонов от, предположительно, я думаю, фреона. Ну и, конечно же, не смог пройти его мимо и приобрел, можно сказать, на развес по цене как за килограмм черного металла. Баллон – вещь, конечно же, на первый взгляд не супер какая важная, но стоит, как говорится, приложить руку и немного свободного времени, и из этого может получиться очень даже полезное и даже незаменимое приспособление. Надеюсь, вам понравится данная идея. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра.
Ну что ж, самоделка наша полностью готова. Заправлять будем обычным нашим песком, заранее просушенным и просеянным через сито. И работать будем пока что от моего самодельного небольшого компрессора. В идеале, конечно, для работ с пескоструем в будущем я планирую приобрести какой-нибудь большой мощный компрессор. Правда, честно признаться, я совершенно не имею представления, какой мощности он должен быть для таких видов.